Здравствуйте, с вами магазин «База автозвука». Сегодня мы рассмотрим однодиновую магнитолу от компании Shuttle, моделька SUD-340 с голубой подсветкой. Это идет магнитола бюджетного сегмента с поддержкой SD-карты, USB и AUX. Давайте рассмотрим ее комплектацию. Так, в комплекте у нас идет гарантийный талон, инструкция, дистанционный пульт управления, ключики для снятия магнитолы и сама магнитола. Магнитола идет сразу с проводом питания и акустическим проводом. Панелька здесь не съемная. Под заглушкой на передней панели есть разъем USB, ниже разъем AUX и слот под карточки SD полноценные. Также кнопки управления, регулировки и дисплей. Вот так это все выглядит. Аккуратно собрано. Сверху есть шахта, одета также в комплекте идет. Серийный номер. Распиновка, характеристики указаны, также есть, как я уже сказал, провод, также идет, акустика и питание. Это идет провод спаренный, ISO, так называемый, разъем европейского стандарта. Линейные выходы и антенный разъем также есть здесь. Давайте сейчас мы ее подключим и посмотрим, как она будет работать. Так, мы ее подключили и магнитола включается одним нажатием. Четыре режима поддерживают магнитола. Это режим радио, USB, AUX и режим проигрывания с карточки SD. В режиме радио доступно три диапазона. Это FM1, FM2, FM3. В каждом из них можно делать память до 6 станций. Также в режиме USB и SD можно листать треки, включать случайное воспроизведение, воспроизведение по кругу. Также есть кнопочка Reset. Магнитола обладает стандартным набором функций и также настроек. Это настройка высоких частот, низких, баланс фейдер, лоуд усиление звука и также предустановки эквалайзера. В принципе, на свою цену неплохая магнитола, хорошо собранная. Также при покупке магнитолы на нее распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год.